И нахрена нам охрана? Стоят, жопу чешут. Тащи. Цель Марченко – конференция в Лондоне. Господи, там же будут сотни людей! Когда мы туда отправимся? Я сообщу в Лондон и скажу Маку, чтобы готовил им план мобилизации. А ты отправляйся домой. Там с тобой свяжемся. Алекс, теракт будет в Лондоне. Двали согласились доставить оружие и орхидею в Апекс-центр. Черт, да они решили уничтожить Брауна. Он их главная цель. Я о нем много узнала. Давай ко мне домой, там все обсудим. Разрешу.
страшно, что бы случилось, если бы он не сумел бы вмешаться. Я не вижу ничего, не отмочь. Ищи, пока мы точно уверены не будем.
разрешен. Почему нет? Думаешь, все чисто? А ведь мне за это еще и деньги платят. Похоже, опасность миновала. Ты же не думаешь, Серьё, что нам тут надо оставаться? Да, деньги платят. Вот это да.
такого не случится. Ты веришь этому типу? Okay.
Pozor! Platí dočasný zákaz vycházení. Все возможно. Я это все и... Да, я уже понял. Хватит мое время тратить. Не сейчас. Тогда проваливай. Не трать мое время.
Старт твой, чувак, он поможет. Что-то изменилось. С тобой все в порядке?